Сегодня прошла сессия Казанской городской думы. В минувшем году рождаемость выросла, смертность, наоборот, упала. Рост и в промышленности. Это же касается и притока инвестиций. Построено более миллиона квадратных метров жилья, но его доступность, качество услуг ЖКХ и благоустройство оставляют желать лучшего. Рост. Это, конечно, никак не красят исполнительный комитет. Можно подумать, что работает отдельное направление спустя рукава. Хотя результаты работы, а мы совсем недавно с вами рассмотрели итоги работы города и отчитались и перед президентом, и перед населением по всем основным показателям социально-экономического развития. И в подавляющем большинстве вопросов рост. Поэтому просьба еще раз внимательно рассмотреть и сделать соответствующие выводы.